Музей пожарной техники под открытым небом пополнился. На улице Огнеборцев поставили еще 3 машины. Одна из них – плавающий транспортер, способный перевозить через водные преграды тяжелые грузы, технику или личный состав. Также пожарный вуз гордится этим экспонатом – поисково-спасательным вездеходом «Синяя птица». Его создали для поиска и эвакуации приземлившихся после экспедиции космонавтов. Третья машина в музее – автомобиль связи и освещения. Таким образом, теперь здесь больше 20 единиц техники, и у руководства вуза большие планы – продолжить экспозицию до конца улицы. Сейчас она занята примерно на треть. В мечтах привести в областной центр пожарный корабль и самолет. Это были случаи, когда из других городов звонили, приезжают туристы и говорят, есть в Иваново музей пожарной техники, как бы приехать и посмотреть. Поэтому я думаю, что со временем Иваново, как и Рязань, столица десанта России, а Иваново когда-то станет столицей пожарных России.